Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш одуванчик для Юпитер 37А. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Работайте по комфортному алгоритму, который я вам прислал, и одуванчик тогда вам поможет сделать правильную экспозицию. Вот он, ваш одуванчик. Сейчас я его наклею на эту полочку, и вам нужно будет, только ориентируясь на красную точку с средним контактом одуванчика, приложить сначала полочку к внутренней стеночке, отметить границы посадки этой полочки, зачистить черную краску, обезжирить, нанести с помощью зубочистки клей на заднюю стенку переходничка и приложить полочку с одуванчиком ровно по красной точке, ориентируя средний контакт одуванчика. Спасибо за внимание и спасибо за покупку.